Как многие уже поняли, не так давно мир был полностью разрушен. И на его руинах был построен новый мир. Не надо мне говорить о том, что там каждые 200 лет происходит. Эти циклы не только 200 лет, есть и 300. И 100, и 30, и 50. Циклов вообще очень много. Но сейчас вот, возможно, единицы, а я надеюсь, в скором времени и большее количество людей будут знать о том, что есть циклы, которые намного больше, чем современная человеческая жизнь. Поэтому охватить их современному представителю людей невозможно. Это ниже его сознания. Точнее, выше пределов его сознания. Но это еще не значит, что он не может в перспективе. Есть к чему стремиться. И мир этот новый начался с чего? С чернухи. Оглянитесь вокруг. Лютая чернуха. А вы знаете, для чего это? А для того, что ранее мир начинался с хорошего, со света. И к чему это всегда приводило? К разрушению. Но не в этот раз. В этот раз мы начали с плохого. И кому-то этого плохого хватит. А кому-то не хватит. Это я к чему? Ну, допустим, в некоторых местах нашей земли сейчас пахнет войной. И даже если до нее дойдет, это будет означать одно, что те люди, которые настолько тяжелы от отрицательного опыта для того, чтобы жить в светлом будущем, им придется уйти с этого плана. А те, кто также тяжелы, но смогут найти в себе силу отказаться от этого груза, смело войдут в золотой век. В принципе, будущее будет состоять из людей, которые легки, и людей, которые тяжелы от братоубийства. В принципе, я думаю, что они не смогут выжить. Совесть их замучивает. Но согласитесь, еще не поздно осознать, что мы все, не все, большая часть, изо дня в день занимаемся братоубийством. И я не говорю про родных братьев. Любой человек человеку брат. Мало того, животное для человека младший брат. Природа для человека также семья. И начиная от мелочей, заканчивая масштабными глобальными вещами, мы занимаемся братоубийством. Еще не поздно от этого отказаться. Потому что, отказавшись от этого,
сожалению, проблема в том, что абсолютное большинство людей не знают, что будет. Они не знают, как жить по-другому. Они привыкли из воплощения в воплощение заниматься братоубийством. Это у них в крови. И очистить эту кровь будет очень тяжело. Жрать животных. Засирать природу. За это все придется платить. Скажите, вы хотите платить за то, за что не хотите? Какой с первого взгляда глупый вопрос. Но может быть кто-нибудь задумается. Да, это уникальное начало, когда мы все начинаем с плохого. Чтобы этот отрицательный опыт был максимально усвоен, для того, чтобы в будущем больше никогда к нему не возвращаться. Поэтому, кто бы вам что ни говорил, как сейчас все плохо, к чему все это ведет, линии времени для каждого свои. И каждый получит ту линию времени, которую хочет. Если вы говорите о войне, значит, вы получите войну. Если вы говорите о мире, вы получите мир. Если вы говорите о мире, но думаете о войне, вы получите войну. Все очень просто. Я желаю вам всем работать над собой, над собственными мыслями, над собственными поступками, над собственными словами, в том числе и в интернете. Если вы думаете, что спрятавшись за ником и аватаром, это дает вам право писать, говорить отрицательные вещи, то вы глубоко заблуждаетесь. Потому что вы пишете то, что у вас в голове. А значит, думаете, а значит, получите это. Салют.